услыхать мне довелось, что в другой дали на краю земли где-то есть королева грез, и что красотой с королевой той ни одной не сравнится здесь. С той поры, друзья, в путь пустился я, повод сладких мечтаний. Let me eyes on sweet Molly Malone, when he wheeled her wheelbarrow through the streets wild and narrow, trying tunnels and muscles alive, L-I-O, L-I-O. Именно потому, что католические националисты договорились с британским правительством об учреждении в один день единого дня праздника, предписано было закрыть все пабы, рестораны, кафе. Предписано было молиться святому покровителю Изумрудного острова и не позволять себе никаких излишеств. Это был праздник чествования святого Патрика, покровителя Изумрудного острова. Это был праздник семейного очага. Военный парад стал неизменной частью Дня святого Патрика. А 17 марта 1931 года по О'Коннелл-стрит и всем центральным площадям Дублина маршировали военные гвардейцы под руководством Десмонда Фицджеральда, тогдашнего военного министра правительства ирландского. Десятилетие держало именно Ирландию. И праздник День Святого Патрика менялся вместе со страной. Страна из религиозной, патриархальной, имевшей совершенно особенные традиции, стала открытой миру. Это не значит, что традиции ушли, но они стали частью общемировой практики. Были созданы ассоциации Cultural и Tourism Ireland, и они сыграли огромную роль в Ирландии эпохи Celtic Tiger, потому что именно в это время бренд Celtic зазвучал по всему миру. Люди стали слушать, играть, исполнять ирландскую музыку. Люди обратились к выдающимся писателям Ирландии Джойсу, Йейтсу, Оскару Уайльду, Бернарду Шоу. Culture Island вложили огромные по ирландским меркам деньги в пропаганду этого. Стали любить не только в Ирландии, и не только ирландцами в диаспоре, но всеми, кто любит красивую музыку, веселый дух весны, желание совместить самые разные радости бытия.
валийский язык так отличается от английского и близок скорее к лонскому. Итак, жил Патрик, будучи валийцем, в одной из довольно успешных, если можно современным языком выразиться, семей, обеспеченных, в доме, который был стилизован под римскую виллу. А почему под римскую виллу? Кто вспомнит? Потому что, в отличие от Ирландии, римляне до Британии дошли. И в этом, кстати, было значительное в те времена различие в том, как пошло политическое и культурное развитие двух островов. Итак, валиец в возрасте примерно 15-16 лет был похищен сборной командой пиратов, в которой был не только ирландец, но привезен он был на территорию нынешней Восточной Ирландии. И дальше история умалчивает, что же это было за рабство такое. Но судя по тому, что Патрик очень вскоре этот период своей жизни перелистнул и оказался в Риме, вряд ли это было то рабство, к которому мы привыкли в античной традиции. Скорее всего, это гипотеза историков, потому что точной информации нет ни у кого. Патрик, будучи довольно образованным и выросшим в обеспеченной семье, выполнял функции секретаря, пищика при одном из феодальных правителей тогдашней ранней средневековой Румынии. И это позволило ему, да, 7 лет прослужить на службе у чужеземцев, но, в общем, это нельзя назвать рабством в полной мере. Условно говоря, рабом в течение 7 лет. И оказался не только самым успешным миссионером в истории, но и в итоге превратился в самый популярный историко-мифологический персонаж.
Вот, ну, он по-разному отмечался, а последние 10 лет он отмечается организованно. Вот 9 лет мы проводим этот праздник в экономическом университете. Вот я смотрю, здесь присутствуют организаторы этого праздника. Вот. И, значит, дай Бог, чтобы с вашей легкой руки и и моей тоже в университете Герцена тоже этот праздник прижился и, в общем-то, проводился ежегодно. Спасибо большое. Итак, ну давайте вот те, кто наиболее активно участвует. С правой ноги, но самое главное, мы фигуру должны с вами выучить. Первая фигура, левая фигура, мы идем по кругу. Правой ногой, левой ногой, правой ногой, левой ногой, да, здорово, правой ногой, левой ногой, правой ногой. Не хочешь? Левой ногой. Супер. Пошли, у нас уже получилось. Классно. Это первая фигура круг. Две восьмерки, да. Мы идем, условно говоря, переменным шагом. Далее мы идем в круг. В круг, в центр. Да, вот это вот фигура. Ну что, пошли? Теперь следующая фигура. Дамы идут в круг. С правой ноги кавалеры стоят на своих местах и хлопают в ладоши. Дамы готовы. И раз, два, три, четыре. Разворачиваемся, идем на свои места. Пять, шесть, семь, восемь. И развернулись снова лицом к центру круга. Далее кавалеры идут в круг. Что мы тоже самое делаем, но в центре круга мы останавливаемся, мы там хлопаем с вами. Да? Готовы. Справа. И раз, два, три. Правой ноги мы упираемся. И мы остановились после двух кругов точно так же. Кавалеры у нас находятся ближе к центру, дамы вовне. Теперь кавалеры не отпускают своих дам, не отпускают. Мы расцепили руки, и дамы кладут левую руку на плечо своему партнеру. Вот, супер. Мы дальше двигаться будем. У вас эта сессия? Отлично. Значит, у нас правая рука партнера. Кавалера находится, обнимает за талию, вот. А правая рука, левая рука партнерша, вот, и лицом мы стоим против часовой стрелки. И у нас теперь одна восьмерка еще по кругу парами, вот так вот, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, супер. Как раз, ну, Настя, можно вспомнить, да? Давайте мы попробуем подмышку. Медленное начало. Хорошо. Кольцо. Четыре.